Разминка перед боем и настрой на победу. Уже половина успеха. В Лесногородской школе прошел турнир по боксу среди молодежи. Соревнования приурочили ко Дню Победы. Сегодня проходят показательные бои, развиваем дисциплину детского спорта и воспитываем патриотизм детей. Выступают дети от 10 до 17 лет. Свое мастерство показали ребята не только из Одинцовского округа, но и из других муниципалитетов Московской области. Желающих поучаствовать в турнире оказалось немало. На ринге выступили 59 пар. Юные боксеры получили медали, грамоты и кубки. Организаторы уверены, что турнир – это еще одна возможность для спортсменов показать свои силы. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».